Привет! Меня зовут Айдос, и я студент Астана IT-университи. Существуют различные государственные услуги, как налоговая декларация, цифровая идентификация и подпись, регистрация бизнеса, которые уже удалось оцифровать. Но помимо этого, есть такие услуги, как регистрация брака или развода, продажа или переоформление недвижимости, которые еще предстоит модифицировать. Образовательная программа Digital Public Administration and Services поможет трансформировать роль государства через цифровизацию. Благодаря IT и новым технологиям специалисты создают эффективную, ориентированную на пользователя систему предоставления государственных услуг, которая будет активно реагировать на потребности граждан. Данная программа научит соединять базы данных, реестры, местные муниципалитеты и предприятия для безопасного и точного обмена документами в режиме реального времени. Изучай Digital Public Administration and Services вместе с Astana IT University и стань частью цифровой истории своей страны.